Что ты сказала? А погромче? Папа, я тебя люблю. Ладно, запрыгивай на снегокат. Ну шнуровку отдай мне. Вот. Помаши всем ручкой, скажи всем привет. Скажи. Нет. Нет, зачем скажи пару слов. Мама, Лена, садись, такси уезжает. Давно никто не ездил. Здесь надо встать, Радмила. Папа, я так видела, что это волосы. Встаем. Вот сейчас можешь сесть, Радмил. Сейчас можешь сесть. Нет, я одна еду. Все, такси здесь оставляем. Придется поработать, разогреться. Так, Радмилкин плакат еще висит. Красиво. Да, давно никто не купался. Едем, едем на машине. Радмила, держись крепко. Крепко держись. Вторую руку подними, держи равновесие. Может, сегодня крайний раз искупаемся и все. Я тоже купаться хочу, можно меня? Зевалка. Пап, я тоже покупаться хочу, меня кто-нибудь окунем? Окунем, конечно. Аккуратно здесь торчит все, маленькими шагами.
вроде это. Не толстый лед. Близко не подходим, провалиться можно. Это лед. Да, лед. Ну не середину долби, край, вот, да. Так смысл уже, ты чё? Всё равно закупаться будет, так хотя бы. Край пока, он вон нарос как сильно. Ладно, подолби, сейчас придется подолбить. Да, пила вообще без развода, тупая. Не знаю, до конца будет. 10-5 рубимся.